Так, привет-привет. Мы сегодня проводим прямой эфир. С вами Соня, Illustrations by Sophie. И начинаем наш такой карантиновый марафон. Я не буду тогда ждать много людей, сейчас начну. И будем с вами сегодня рисовать фигуру, фэшн-иллюстрации будем строить. Всем привет-привет, чуть-чуть подождем. Привет-привет, всем здрасте. Ну, наверное, сейчас начну. Обязательно сохраним потом эфир. Сегодня мы с вами рисуем. Я немного скрипит стул. Заранее извиняюсь за скрипы. Хотелось бы сейчас такое непростое время, маленькое такое предисловие вам скажу, что желаю всем сейчас поддержки от близких, быть рядом, самое главное, и всем здоровья. Еще у меня за окном снег внезапно пошел, очень странно. Вот было вроде тепло, и вдруг хопа. Так. Продолжаем. Сегодня мы начинаем наш марафон такой карантинный. Будем с вами рисовать фигуру. Строить сегодня фэшн-фигуру, длинную, красивую, стилизованную. И потом впоследствии мы с вами еще нарисуем ей волосы, научимся красить маркерами кожу, акварелью. Научим с вами рисовать джинсы, пальто. Там будут совершенно разные всякие фишки. Потом мы пропишем все это подробнее. И сегодня нарисуем простым карандашом. Потребуется, может быть, линейка кому-то, листики бумаги. Начнем с того, что стилизованная фигура, она бывает на 8, на 9, на 10, на 11 голов. Все зависит от стилистики самого автора. Мы с вами сегодня нарисуем стилизацию фигурки на 10,5 голов. Это уже такая прям супер худенькая стройная макарошка. Нарисовали прямую линию по центру листа, и вниз будем откладывать с вами длину головы. Не обязательно использовать линейку, но для четкости, чтобы у вас все вышло более ровно, можно ее взять. Длина головы примерно 2,5 сантиметра. 2,5. Так. Откладываем 10 голов. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще тут буквально сантиметр мы отступаем вниз. Сильно разметку не будем делать, просто быстренько подпишу, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Почему-то 10 у меня получилась какая-то не до 10. Вот ее сейчас удлиним. И вниз еще чуть-чуть. Так, надеюсь, что всем видно. Вот чуть-чуть повыше подниму. Продолжаем. Это длина наших голов. Мы уложили их все в одну линеечку. И начнем с головы. Есть у нас отрезок. Пусть это будет 0. От 0 до 1. Мы ищем примерно серединку этого отрезка. Да, сегодня мы строим целиком как бы фигуру стилизованную, мы не будем углубляться сильно в подробности в лице, там, в руках, в пальцах. Делаем именно такой вот наш шаблон фигурки, который нам потом очень потребуется. Нашли середину вот этого отрезка, ищем еще середину, уже маленького вот этого, и рисуем тут небольшой круг. Это наш такой стилизованный череп. Почему мы строим все эти полосочки? Потому что так нам будет гораздо удобнее сделать более гармоничную форму. Потом прорисовываем овал лица. Очень просто. Можно сразу добавить ушки. Как раз в вот этом отрезке, который мы с вами нарисовали, будут лежать наши ушатки. Вот такая черепуля у нас с вами получилась. Теперь построим торс. Ищем середину отрезка от 1 до 2. Вот у нас есть 1, 2. Примерно нашли серединку, провели прямую линию. Далее проводим прямую линию на троечке и на четверке. Вот здесь у нас с вами будет лежать торс. Так, мне кажется, я немножко наклонила линии, да, чуть-чуть попрямее.
На этой линии у нас лежат плечи, на трёшке талия и на четвёртой бёдра. Теперь нам с вами нужно определить ширину плеч. Часто определяют ширину плеч как полторы длины головы. Можем сделать это на самом деле на глаз. Я не думаю, что сильно нужно что-то высчитывать и просчитывать. Примерно такую возьмем. Смотрите, чтобы это было гармонично, так как вам именно нравится. Потому что на самом деле все пропорции, они очень сильно зависят от человека, который рисует. Теперь рисуем с вами прямоугольничек. Просто прямые линии проводим вниз на линию бедер. И теперь нам нужно найти ширину талии. Ширина талии обычно равна либо длине головы, либо мы можем сделать ее более узкой, более широкой. Тут уже на самом деле зависит от фантазии. Того, что хочется видеть. И теперь соединяем наши линии. Еще я называю этот метод построения такой фигуры стилизованный метод трапеции. Потому что наш торс, если разложить его на какие-то простые фигуры, он похож как раз на две трапеции. Перевернутая верхняя, грудная трапеция, да, и тазовая трапеция от талии до линии бедер. Так, вот наш первый шаблончик. Теперь давайте прорисуем линию плеч. Вот у нас длина, можно сказать, шеи. Делим ее пополам. И где-то берем по центру, вот здесь, если вы видите, как я веду линию, прорисовываем шею. И прямые линии сюда. То есть длина шеи у нас меньше, чем этот целиком отрезок, а здесь у нас в основном лежит наша яремная впадинка, от которой идут ключицы. Она строго на этой вертикальной линии. Следующий момент. Пока что все в простых линиях простроим, и потом другим карандашом мы добавим более жирную, красивую обводку. Теперь нарисуем с вами окончание торса, да, тазовое дно, ноги и руки. Где мы находим окончание торса? Спускаемся чуть-чуть ниже четвертой линии. Это даже не одна треть, а может быть чуть поменьше, либо примерно одна треть. Рисуем себе здесь нашу ширину. Она может быть немного уже, например, чем ширина шеи. Чуть-чуть соединяем, как бы показываем, что торс у нас закончен. Да, эфир будет сохранен. Мы все обязательно сохраним, потом его выложим. Так что все будет, можно будет все это в спокойной обстановке прорисовать. Следующим этапом нарисуем ноги, каркас. Ищем середину вот этих наших отрезков. Здесь у нас такие, можно сказать, суставчики. И куда мы их приведем? Следующий этап — колени. На отрезке от 6 до 7 ищем также серединку. Ставим себе две точки. То есть здесь у нас точки пошире. Сюда они вниз идут, чуть сужаются, чтобы она у нас такая стояла куколкой аккуратной. И внизу нам нужно с вами найти щиколотки. Щиколотки располагаются на 9-й линии. Так, щиколотки. Колени подпишем вам. Также опять ставим точки на этой 9-й линии чуть-чуть ближе к центральной линии, чтобы ножки шли у нас вот так. То есть не в раскорячку, в такую. И здесь уже под небольшим углом, точнее, под вот с таким изгибом плавным, мы рисуем голени. Почему с изгибом? Потому что анатомически они у нас тоже имеют такую форму, изогнутую немного. Но совсем чуть-чуть, да, то есть не колесо. И тут можно просто наметить, что у нас будут стоять стопы. Следующий этап. Рисуем себе, намечаем коленные суставчики. И можем
можем соединить сначала простыми линиями торс с ножками. И, внимание, момент с икрами. Тут у нас примерно до середины икры она более объемная. Мы можем себе здесь прорисовать такой легкий овальчик. Кружочки для щиколоток. И теперь ведем здесь более плавную линию. Чуть-чуть обводим коленочку. И тут тоже идем по овалу. И с другой стороны то же самое. Да, и овал, он такой как бы формы более объемный сверху. И вниз тоже он сужается. И как раз по нему мы прорисовываем наши голени. И если вы заметили, я рисую сейчас форму голени такую, что этот объем, он больше вот в этой части. На внутренней стороне он чуть ниже идет. То есть мы показываем выемку нашей коленки, вот эту коленную чашечку. Здесь можно чуть-чуть показать, что вот она расположена схематично. Так, нельзя сконцентрироваться. Ой, желаю вам хорошего сегодня рабочего дня. И берегите себя, пожалуйста. Мы обязательно все сохраним, и все будет сохранено в доступе. Так, переходим сейчас к ногам, к стопам. Здесь также мы рисуем сначала две трапеции. Это очень-очень просто. Вот наши две трапеции. И уголки вот такие. Я их называю копытца. Такая базовая форма фэншн ступни, уже готовая, одетая в туфельку. По размеру также ноги вы можете сделать меньше. Мне, например, нравится, когда стопа достаточно широкая. Вы, может быть, видели эскизы, где ноги, сами стопы просто такие огромные. Тоже смотрится очень прикольно. Тут все дело в стилистике, как вам захочется рисовать. Теперь давайте перейдем к рукам и потом придадим обводку фигуре. Также у нас еще вот грудь, чуть не забыл про нее. Рисуем руки. Сначала чуть ниже линии по центру мы прорисовываем кружочки. Имитация наших плечевых суставов. Теперь длина руки. Мы знаем, что на уровне талии у нас находится локоть. И чуть-чуть расставим руки от торса, то есть не по прямой вот этой линии поведем, а немножко присогнем как бы их. Сюда вниз и сюда вниз. Также далее. Примерно на уровне окончания торса мы с вами рисуем нашу кисть. Это будет предплечье. Ой, не кисть, а запястье, прошу прощения. Наши кружочки запястья. И сама уже длина руки у нас заканчивается чуть выше середины бедра. То есть вот наше длинное фэшн-бедро, середина. Например, на этом уровне мы можем себе отметить, что у нас заканчиваются руки. Ну, тут схематично их набросаем. Дадим пока что легкую обводку. Здесь также мы можем показать мышцы наших рук. То есть тут более объемная она на плече. Уходит чуть-чуть на нет, где бицепс. В локте она у нас рука пошире. И к запястью тоже мы ее сужаем. Другой рукой дублируем. И схематично рисуем руку тоже по методу трапеции. Примерно на середине длины руки рисуем себе линию. Трапеция 1, трапеция 2. Даже такая немножко треугольная, потому что
Тут у нас пальцы складываются. Я потом прорисую более детально руку. Пока что такая перчаточка. И осталась у нас грудь. Чуть-чуть ниже второй линии мы рисуем еще одну. Это тоже получается где-то 1/3 от отрезка 2 к 3. И чуть выше этой второй линии у нас с вами будут подмышки. Теперь схематично рисуем 2 круга. И придаем им легкую обводку. Получается, что линия, которую мы провели, это нижняя линия груди. Не центральная, именно нижняя. И уже вот отсюда у нас будет выходить торс и рука. Теперь давайте я возьму более мягкий карандашик, B, например. И сделаем легкую обводку, чтобы у нас фигура была более симпатичная, плавная, такая вся хорошенькая. Начнем с лица. Вот, Б уже карандаш совсем по-другому, он прям такой насыщенный. Ушки обвели. Шею обводим. И также вот эти острые у нас были углы, мы их смягчаем обязательно, чтобы у нас была не девочка Лего, а такая мягкая девчонка. Везде даем обводку, тоже проходимся по плечам. Я не буду пока стирать все линии построения, вот мы посмотрим, насколько будет отличаться именно контур от построения. Потому что где-то, например, на талии мы можем сделать помягче, чуть-чуть выйти за трапеции, на бедрах сделать чуть пошире. Это же тоже индивидуально. Главное, чтобы результат вам понравился. Также линию фигуры я веду где-то более тонкую, например, вот здесь около ключицы вверх. И на локте мы можем ее сделать чуть потолще. Акцентировать. На плечах тоже можем сделать чуть потолще. Ввели грудь, обводим наши ребра. То есть у нас вот в этой области грудная клетка и ребрышки. И здесь можно их даже показать, почему у нас именно такая форма. Потому что вот здесь они идут. Заканчивается. Тут уже ниже пупок. Талию мы также смягчаем. По бедрам немного больше добавляем вот здесь объем. С другой стороны дублируем. Здесь вот эта линия слишком низко. Для построения она нам годится, но мы должны показать, что у нас тут могут быть какое-то белье, то есть, да, бедра у нас повыше, скажем так. И рисуем вот такую изогнутую линию. Хорошо подойдет для прорисовки белья какого-то, например. Так, вот эту руку чуть не забыла. Идем по бедрам вниз теперь. Также внутреннюю часть бедер мы тоже немножко скругляем. Показываем, что у нас все-таки есть какой-то жировой запасик легкий. С этой стороны тоже. Прибавляем. Даже можно немножко еще побольше добавить.
в бедра посильнее. То есть получается жирная очень линия. Так, ну все, карандаш Б уже трудно стираемый. А, кстати, купила вот такой карандаш-ластик, если вдруг кому интересно. Фирма Vista Artista. Ой, куда-то убежал. Вот им как раз, да, самое то. Очень прикольная тема. Точится обычной точилкой. Так, продолжаем вниз. Наши колени акцентируем. Усиливаем по икрам также линии. И сюда уже потоньше. И уголки. Теперь прорисуем кисти. То есть мы прорисовали с вами руку. У нас получается сама ладонь. Вот она. И пальцы немножко так собраны в кучку. И с этой стороны тоже. Схематично набросали. Можем немножко акцентировать ключицы сюда. Тазовые косточки показать также можно. Где-то дать легкую тень, как мы, например, сделали на коленях. И, в принципе, наш такой тонкий, звонкий шаблон фигуры готов. Мы обязательно сохраним этот эфир. Пожалуйста, рисуйте с нами в этом марафоне. Особенно те, кто сейчас находится дома. Я думаю, что вам должно быть интересно также чем-то позаниматься. Приглашайте других людей рисовать вместе с нами. Потому что дальше будут очень интересные также эфиры. Мы будем делать с вами из этого нашего шаблона куколку. Нарисуем ей лицо, нарисуем волосы. Потом также научимся с вами рисовать разные фактуры. Деним. Нарисуем с вами полупрозрачное платье. И там очень-очень много всякого будет еще интересного. Так что обязательно жду ваши работы. Напишем потом хэштег, под которым все это будем выкладывать. И всем пока, здоровья и хорошего настроения сегодня. До свидания!